Steam, каждый раз он напишет мне, не могу присоединиться к стимовской сети, типа. Нажимаешь повтор и присоединяется? Да. У меня такое тоже было, потом Не просто... повтор, а окей, и заново запускаю Steam, и все, грузится нормально. А Ну, что за... у меня то же самое было, но оно само как-то прошло. Да само, у меня само ничего не проходит. Как-то. Оу. Драйвера. Да. Я вообще-то обновлял драйвера на сеть. Я не думаю, что дало это. Можешь драйвера на видеокарту. Как это к Если что-то не сети работает, относится? вини драйвера на видюху. Вини. Я больше винду буду винить, чем дрова на видюху. Плохая винда, хорошая винда. Она отвратительная. Особенно десятка. Чем ты поставил себе десятку? Тоже она бесплатная. Вот и все. Все понятно с тобой. Ты создал? Нет, не создал, да. Жесткий пока раскрутится. Террари весит 120 метров, а ты не можешь кинуть ее на SSD? 120, и потом еще каждый вид. О, мир 40 метров весит. Думаешь, вообще ускорит? Давай это. Ну, да, хотя, да, это игра одноядерная, так что... Да. Она, наверное, будет не успевать обрабатываться. Ты хоть проверял, как террария на SSD-шке работает? Наверное, то же самое. Подключайся. Да, я уже вижу. Так же самое. Я тоже думал, что, наверное, так же самое разница между твоим процессором и моим не должно быть террарии, ага. Не тут-то было. Чем мы сегодня займемся? Время перекопанчик. О, да, я вспомнил, что я хотел делать. О, привет. Еще кто такой? Вчера, пока ковырялся с игрой, мне выпало это. Он... Я скинул там. Это на другом мире было. На нашем прошлом. Я там бегал, настраивал себе игру, и это выпало из моба. Даже не знаю. Ну, продай, возьми, господи. Просто было жалко выкидывать такое. Задница. Это... Черная линза где-то выпала. Где-то. Так, и одна травка даже у меня есть. Для грибочков. Как там наши грибы, ты стрел? Ну, растут, да. Вместе с трудой. Пойду фармить эту в джунгли. УЗИ. Об этом лучше попробуй. Попробую, ну посмотрю. Ну а что мне делать? Ковыряться? Искать руду идти? Ну да, чтобы сделать новую броньку. Броньку на это нормальную. А не то, что у нас тут костяная. Костяная броня П. Чем тебе не нравится костяная? Как делается дверь? Из дерева. Не. А вот она. Просто для какой-то дизайн вроде. Может только это наручная дверь. С окном будет. Так что, ты можешь сказать, не идти мне фармить УЗИ, идти с тобой Джу фармить эту руду? Или что? Как там спелункеры, порты спелункеров делаются? Или у нас достаточно? Да у нас по-моему хватает. S28. Они быстро так улетают, знаешь. Еще если сдыхать, там ловушки, небось, мы будем пораться на ловушке.
Думаешь, мы там будем выживать под землей сильно? Спокойно. Ты сколько кузнец разбился, а? Я ходил в две дырки. Вон справа. Где там все, что нашел, поразбивал. В смысле две дырки? Ну, справа, видишь, где мы двух этих боссов. А, этих? В этих двух, да, все поразбивал. Ясно. А я смотрю, у меня там кузницы, но это потому, что игра не обновляет карту, конечно. Вот почему, вот серьезно, как было бы хорошо, если бы она обновлялась? Относительно твоей. И относительно моей. Так что идем? Идем, идем, наш проход обычный. Спелункер взял? Возьми ты. И ты не можешь без него? Ножи? Да могу, но просто быстрее, нет? Или что, ты хочешь так? Старый добрый без бутылочек. Ну давай без бутылочек. Йола. Я что заметил, Террария тормозит у меня вот сейчас теперь. А нам кузница нужна будет? Значит, пускай будет живет. Пусть живет, да. Еще под домом. А типа, я пролетаю через туннель один раз, он лагает. Я пролетаю еще раз, он не лагает больше. Разгрузился. У нас прогресс, прогресс. Надо посадить мне семечко, да? Сейчас сверху. Куда-нибудь. Сюда. На какой мы глубине, что мы вообще ищем? Руду. Какие у нас тут руды выпали нам? И... Кобальт? Кобальт? Нет, вроде другие. Митрил или что? Митрил, да. Вау, я не помню. Ну, на этой глубине, вон, видишь? Палладиум. У тебя есть грязь? Нету. Придется кусочки брать какие-то. Все, закончились кусочки. Ну видишь, слева у нас не разведано, побежали налево. Побежали, я не умею бегать по воде. Всего лишь. Так что идем. Идем ниже или выше? Идем сюда, не пора. Сейчас. Что у тебя за... Животные. Вот, я нашел мада немного. Сейчас застрою пойду. Где он тут? Там сверху еще была дырка. Мне не хватило. А вот тут есть мод. Недалеко. Тонна. Опять я застрял в двойном блоке, не могу выйти. Что бесит. Где там дырка была уже? Ты задел уже? О. Идем туда обратно.
Так, значит, у нас метрил, динамит. Нет, палладий. И что еще? Какая третья? Вот ну, где-то будем далеко. Что-то вижу. Что-то фиолетовое, что это у нас? Орехалк, понятно. Который не может бывать. Вот еще немножко. Он собирается? Нет, он не собирается, видимо. Мы тут были, да? Абсолютно. Идем ниже же? А хотя какая разница, он спавнится везде, где мы были. Но все равно лучше бегать, может найдем статую кинь. Наверное? Нет? Не знаю. А, побежал. Так что они там изменили в этом? Где? Ну, в уровне подземелья. Потому что... Какие изменения? Что-то я ничего не наблюдаю. Слушай, мне кажется, мы не сильно низко. Может, спустимся выше? Ниже, в смысле. Сильно высоко ходим, наверное. Я думаю, чем ниже спускаемся, тем больше руды будет, нет? Где? Зелененькая. Вообще мне надо пользоваться этим. Нельзя же его купил за 25 голды. Отлично. Что интересно выпадет? Magic Mirror? Это уже как те ботинки, третьи ботинки Гермеса. Шикарно. Ты сам жаловался, что тебе Гермес обманывает? Чего это? Мне нужно хождение по воде. Он тебе будет еще Гермес.
Палави, вернее, как у тебя. У тебя другие, не Гермес. А тебе еще один этот экстрактинатор не нужен? Че ты хлебнул? А у меня спилункер есть, давай со спилункером или нет? Один, он, я нашел только что. Смотри, как он видит туда. Я не могу, а у нее другой шейдер. Типа при освещении тут сердечко, нам нужны сердечки, еще лампы. Иди сюда. Нет, это медь, по-моему, нет? Вот тут выше сердечко. Вот, а копай. Ну, все равно на лампы, нет? Выше, пойди. Забери его все равно. Прямо и наверх. Я тебе скажу. Я вижу. Ага. Шик. Иди сюда. Влево от меня, копай прямо. Там еще один чанг палладия. Я пойду вниз пока. Еще одно сердечко. Ну, думаю, раз ты не ходишь, то хватит. Так, вверху палладии. Иди сюда. Вот тут и выше, прямо надо мной. Вверх копай. Я пойду вниз. Еще одно сердечко. Там очень высоко, но выше, да, иди. Сколько оно наносит? 124, вонючая медузка. А тебя? Да. Баба медузка. Неплохо. Немного больно. Я пойду ниже, ты добывай этот чанг. Тут сундук. Я тебя намечу, где он? Хотя, не думаешь, нам нужны еще вообще сундуки эти? Ты забыл, что там, наверное, списком было подобно. Нам покажу, что... Ну, все равно сходи на всякий случай. Вот тут и прямо, вот так вот влево. Так, это орехалк. Не особо везет. Ничего нету. Ну, есть орехалк, в смысле, но мы его не можем добыть. Мы будем делать броню именно, или может мы просто с кирок начнем, а потом последнюю броню? Или ты хочешь именно броню? Нам только миллионный урон. Ну если хочешь, я имею в виду.
Я ничего не вижу. Идем ниже. Ничего не... Орехалк. Тринадцать секунд. Вообще ничего не могу. Вот немножко. Вот тут, вот, вот. Неважно. Найс. Хорошо пошел. Вы ж нифига выкашить. Тут мобы немного такие, да. По 60 лупят. Я пока добежал уже. Еще летучая мышь. Что-то было? Возможно. Целая пачка. Пати, ты в зеленый? В красный, в какой-то? Какой? Пати, да. Ну вот, значит, ищи, в какой я, значит. Не надоело. Сначала ты говорил, ты хочешь разнообразие. Теперь тебе надоело? Так я шо экстрасенс тебе? Я тебя спрашиваю, в какой ты мне говоришь, какой то. Ну ты сам хотел, чтобы разные пати были постоянно. Ну так, скажи мне цвет тогда. Зеленый. Я в зеленом и сейчас, подожди, нет? Да. Опасные мобы. Не хочу я дойти. Нет желания. Лучше пойду вниз. Тут у нас холов, значит. Идем на другую сторону. В холов нам еще рано идти. Ты боишься тут? Я не боюсь просто. Вообще ничего не боюсь. Я боюсь медузы вон ту. Шикарно. У меня проклятие висит, я не могу. Я иду в одну сторону, а меня направляют в другую. Еще одна? А я не хочу идти вниз. Если ходишь. Там безопасно. Да, я слышу. Там пару скелетов, медуза. Легкая жизнь. Бывает. Мы ж хорошо все тут облазил. Блин. Тут кристаллы растут, видимо. Мороты. Что нам будет не хватать потом? Да потом мы сделаем что-нибудь с ними. Типа фермы. Хотя они так легко собираются вроде.
Я не знаю, в чем метод, ты вечно выгуливаешь своих питомцев только ночью, это когда мы играем. Ну... Почему, почему не днем? Ну не знаю, именно вот когда мы заняты, фокусируемся на деле. Не, я обращаю внимание. Да. Бедненький педик. Мне больше не возможности. Возможность. К папе их отнеси. Да. К папе. В комнату. Им. Будет возможность не. Ты небось под воду дышать уже можешь бесконечно? Конечно, прям сейчас не понимаю. Только под плаванием. Ну да, спусти воду ко мне, правильно. Еще один очередной дом. Есть статуя скелета у нас? Еще одни бутсы. Будет еще один. Вверху палладий, по-моему. Или медь. Да? Медь? Это медь? Палладий. Похоже. Похоже на палладий. Платином. Палладием? Господи, эти 30 руж? У меня же язык заворачивается. Это медь, не палладиум. Да. Вот как я ненавижу, когда эта анимация... Типа он махает рукой, но не может сменить на другое оружие, пока ты махаешь. Хотя уже даже отпустил клик, все равно он махает еще. Так, где мы не были вообще? Только что. Недавно. Мы отсюда пришли или нет? Не, мы через грибы. Там вон этот. Там внизу этот, торговец. Торговец чего? Торговец не знаю чего. Он на кнопке стоит. И ты теперь на кнопке стоишь. А ну покупать нечего. А нет, разве что бутылки. Ай-ой-ой. Формация. Я вроде покупал или нет? А нет, это на 400 маны или нет, не очень. Нет, хотя это классно тем, что мне хп еще дают. Сколько не стоит? 5 серебра? Спилункер глоустик? Что это за глоустик такой? Не хочешь пробовать? Ну ладно, куплю сейчас что-либо. Что он делает? Какой радиус у него? Но он не показывает, да. А нет, да, но видно хотя бы в какую сторону можно копать, если что. Куплю еще парочку. Куплю я. Штучек 25. Подожди меня, не уходи далеко. Куда ты ушел? Можно просто в руках держать, можно следить, смотри. На сверху дать, типа, слышно. Читерские ты мою хотел сказать. Если бы они же подписывали, ну какая рода? Я тебе говорил, давай глоустики возьмем. Глоустики эти. Спилункеры. А чем мы их вообще собирали всю игру? Так, зачем фигня? Чтобы они валялись там? Вообще, может, сделать следующую кирку, чтобы можно было следующую игру покупать. Я тебе предлагал? Ну иди сюда, постой пока здесь, а я пойду сюда парню их. Вернусь. Подожди, давайте я скину свою руду еще. Сейчас.
Где она? Там. Она там. Он на полу валяется. Все? Да. Все, ажур, у нас еще что есть? Всякое может быть. Кузницу надо будет сделать. Наковальню новую, типа. Из чего, из друг? Нет, из новой руды. Типа каждую новую руду тебе нужно наковальню на следующую. Улучшение. Поэтому да. Подожди, оно светится, что у него. А, это твой холостик светит. А зачем? Пока можно делать предметы без наковальни. Ну, следующую, правильно. В смысле без наковальни? Ну, понял, для следующей руды нам придется делать наковальню. Ты хочешь кирку или бур? А ты что будешь делать? Нет, бур не надо, он громкий сильно, мне бесит. Я кирку, она бесшумная. Кирочку. Разницы между ними нет, а бур шумит так. Бур не отбрасывает. На нервы действует. Кого отбрасывает? Я имею в виду, у него нет отброса. А. Да это без разницы, это кирка все. Ты же не будешь буром сражаться. Может быть. Не думаю. Возьми спилункер. С собой. Ускорим процесс. Зачем он валяется у нас? Или оставь на хлорофилл. У нас 28 бутылок. Он возьми чуть-чуть, 5, господи. Это 20 минут времени. Если ты не будешь умирать. Теперь ты будешь завидовать. Шикарно. Даже какая-то... Найс! Первая кирка с бафом, который ты мне даешь. Каким-то. Шикарно. У тебя много этих? Да. У кого много? Факелов. Факелов? Холостиков, в смысле? Сколько здесь птичек разлеталось? Бывает. Из них может выпасть что-нибудь полезное. Выпил? Копаем просто. Копаем. Дебаф. Ты, наверное, пока иди ищи следующий, пока я копаю это. Не? Я пока не знаю, как нужно. Как, розовенький? Краснее красного. Мал хп. Нет, я имею в виду текстура. О! Вау! Ну со спины я пошел, даже не заметил. Я уже собрал 4 твои голды. Сильные ребята. Наверное, потому что у нас броня цель вторая. Наверное. Знаешь, они напрягают, даже не важно. Выпал новый ее Hellfire. 41 мили дамеджа. Ну там какая-то это. Похоже на медь. Много меди. Мы сильно далеко зашли, нам не нужно так низко. Отлично, просто посмотрел на карту.
Ты привыкнешь. Стоит на секунду отвлечься, так сразу тут миллион машин будет. Ну, это террария. О, шикарно, шикарно, шикарно. Чу-чу-чу-чу-чу. Аккуратно! Holy fuck. Я забыл, что да. Ты читер, можешь по лаве ходить. Не выпало ничего. Печаль, я так хотел. На броню. На эксперте не хлебать пота, это тупо, по-моему. По-нубски. Вот это что у нас, Палладий? Да. Тоже два пота всрал, или нет? Что? Тоже два пота всрал. Один. Я прошу, не принял. Я не принял. Большой чанг черноты. Сходим сюда. Мне вообще голяк ничего интересного нема.
Потому что у меня потов нема. Скинь парочку, у тебя много? Да не поты, парочка. Так мы его вместе быстрее будем. Ну давай. Разве не разделиться быстрее будем? Аккуратно. Мы будем в опасной зоне. Идем вообще отсюда. Мне не нравится здесь. У нас полно места. Ты же меня не видишь? Дальше оттуда, я не хочу там в такой броне ходить, когда каждому ваншотит. Что-нибудь есть? Откуда она взялась тут? Куда дальше? Да куда идти, говори, вниз, вверх? Куда сюда? Сначала гриб стрелял, теперь птичка прилетела. Я говорю, уже вместе ходить. Так мы и вместе и ходим, нет? Ты же в одном туннеле сдохнуть вместе или что? А хотя бы можно отвлечься хоть на руду. Они высматривают птичек, которые вылетают из темноты. Из темноты. У меня птички. Ну что тут не могу? Тебя что-то лупит. Под названием земля. Даже факел никто не ставит. Вон нам слева налево. Вода.
Гениально. Тут ничего вообще вблизи нет. Можем пойти наверх тут, либо в бок. Идем в бок и чуть выше. Везде просто пацаны. Тут ничего не могу вообще. Никак. Вот тут. Что это медленно? Идем туда ниже, влево. Идем через. Начинаем сюда стоять. Вон справа, если снять сюда копать справа, да? Там небольшая кучка красная. Розового. Идем отсюда. Ты решил ее соло? Она тебя убьет быстрее. Дойдешь до нее. Она зеленая, он чуть пониже. Откуда я знаю? Тангстон? Нет, тангстон другого не пиксирует. Прям ничего не надо. Скелетон. Есть тут. Грибочки. Аккуратно. Мы тут не были в грибах, реально? А, это был не я. Я подумал, я наступил на кнопку и тебя убила. Это был ты сам. О, теперь я не так плохо себя чувствую. Ребята, мог бы на себя вину взять. Я нашел полиш. Мобы, да. Это мобы под ноги смотреть. Там грибочки. Через грибочки ничего не видишь. Расслабься, это всего лишь игра. Скажи, я поставил бы на себя, как ты бы флеймил, да? Еще один камень? Там было два камня. Это контрольный, если что. В общем, я понял, нужно отхиливаться полностью в этой игре. Причем как спускаешься сюда. Иначе тебя ждет. Подальше жду тебя, да. Тут вроде ничего не было, когда я смотрел. А вверху что-то? Не знаю, что это. Медь? Медь, да. Тут еще что-то, да? Память. Давай вернемся в наш главный туннель. Или влево, просто влево бежим. У нас слева куча свободного места. Да. Слева. Как хочешь. У тебя, видимо, влево куча. У меня там не очень куча. Эти мобы опасные. По 200 гасят. Все опасные. Куда дальше?
сюда. Прям сюда. Куда тут? Снимал точку. Ты же любишь цепи? Не очень. Ничего здесь нет. Там еще трахаться на камень, тебе нужно? Не думаю. Как я буду махать киркой, реально? Господи, эта игра. Мы вернулись опять в холлову. Ну, не в чем проблема. Там, где мы были. Да не в чем. Тут я не был, тут. С темень. О, решили на кости. Где? Что это? Это ценное? Нет, это лид. Что это у нас? Это платина? Ты что, уже забыл, как выглядит все, что? Или что? По-моему, сильно высоко. Аккуратно. Ага. Ну, камень. Что ниже? Давно подо мной. Не понимаю, ты медленный. Может, я буду с бутылками? Ты как-то плохо смотришь. Как же мне достало уже избавляться от этого мусора постоянного? Господи. Идем сюда. Подожди, идем. Я же сказал, от мусора избавляюсь. Убрасывай его. Куда идем? А что вижу розовый сундук? Он сейчас к нам залетит. Или нет? Довольно прочный. Двойной прыжок, немного хлама. О, немножко пучков. Не хочешь пучками справиться? Нет. С толстыми пучками. 158? Толстые пучки. Я же сказал нет. Ты даже не помог. Нет. С чем? Сдохнули что ли? Огнеметом. Помог. Вон же. Продавец, прошу. Ничего что есть? Мы в джунгли уже перешли. Я возьму бутылок себе. У тебя плохо выходит. У нас рода есть? Вы что-то покупали? Айфон? Ну, он порадовался такая штучка.
Hellfire. Ну, зрительный сундук. Где у нас еще для оружия сундук есть? Да, вот. Я, короче, продаю двойные прыжки, ботинки или нет? Да, они нам не нужны. У нас и так выходит. А где мои бутылки? Я без тебя. А их нету. Ты же все срал? Я все забрал. Давай сюда, все забрал. Зачем тебе все бутылки? Зачем тебе все? Чтобы не бежали в сундуке. Ну, давай их сюда. Взял он все. Не та кнопка. Да. Что это за одна? Там было 28 штук. Или 27. Давай гони сюда 10 бутылок. Ты себе все заграбастал. Куда ты их делал? Думаю, 3 хватит мне. Вообще, можно уже можно броню сделать? Я там что-то набрал, ты что-то набрал, не? Можно сделать новую кирку. Не. Вообще. Бутылки с водой у нас есть еще? Есть просто бутылки. Я тебе заставил бутылки с водой. Где-то они были. Вот они, 31. Конечно, были. А ну-ка. Иди сюда, гид. Гид? Как там спелункер делается? Так, блин, круто. О, манглоу. Где наш гид? Замаскировался. Нас кирка. Ну, давай кирка, опять с бафом. Ну, конечно, хуже, чем у тебя. Без всяких вообще. Можно сделать новую броню. Себе. Тут эти не тебя хватит, не могу. Там очень дешевые. Это довольно мило. И же наковальня не нужна? А, ты уже сделал наковальню. Итак, у нас мана кост, рейндж, мили. Рейндж. Найдешь там. Чего-чего? В сундуке найдешь. Ты уже сдался? Две руды осталось? Красная, не красная, фиолетовая. Или какая-то, которая больше всего у нас. Ну, я вижу тут два рехалка и один палладиума. Это руда. Ау. Ты слитки переделал? 15 рехалка мало. Минус кирки. Довольно мало. Может, где так много набрали? Печально. О, они изменили текстуру палладевых вещей явно.